Спасибо. Институт по правам человека. Спасибо, господин председатель. Мы хотели бы отметить 40 дней с момента трагической смерти Алексея Навального, выразить соболезнования народу России в связи с его кончиной. Этот человек умер из-за своих убеждений, стремясь строить процветающую Россию без коррупции и автократии. Страну, которая будет уважать права многонационального населения, способствовать мирному существованию с соседними странами. Однако подавление диссидентов продолжается. Сложившаяся ситуация усугубилась, так как те, кто критикует, которые не просто в оппозиции к правящему режиму, но преследуются даже, когда они призывают к прекращению огня и миру. Это искореняет любую возможность изменений, только усугубляет страдания простых граждан. Институт прав человека саморешительным образом осуждает преднамеренные, причиненные страдания, причиняемые Российской Федерации, народу Украины и собственному населению. Призываем Российскую Федерацию прислушаться к многочисленным призывам государств-членов ООН, подчеркнув важность соблюдения своих международных обязательств по обеспечению основных прав и свобод. Мы призываем провести расследование убийства Алексея Навального и освобождение всех заключенных Владимира Карамурзу. Спасибо.